Здравствуйте, ребята. Значит, сегодня начал так называемый ап насчет ИЖ. Насчет ИЖ 38. Чего не фиксируешь, блин? Не люблю, когда не фиксируют. Ну, калибр, конечно же, 4,5. И, значит, ребята, хочу сделать вот так же, как на MR-512. Сделал когда-то мастер грузинский Минчанин. Значит, у него на форумах ник Минчанин. Хороший мастер, супер мастер. Значит, я сегодня ходил, ребята, к токарю. Просто, ну, к токарю. Понадобился он мне. Я хотел такой же, как я вам на Эмере показал, сделать на ИЖ. Значит, на ИЖ. Ну, он сразу руками разэтосамовал. Говорит, ой-ой-ой, не могу туда-сюда. Он еще, не знаю, руки трясутся там туда-сюда. Говорит, станок я не могу нормально его подержать. Центровка там не та. Здесь же еще перепуск. Этот, дырочка перепуска. И говорит, ну не смогу, короче. Ну я сказал, давай хоть резьбу хоть сделай. Для этого вот, ну уже многие сейчас смеются, я знаю. И это смешно очень. Очень даже смешно. Значит, ну, я не знаю, я считаю так, что не умеешь, не берись. Вот смотрите, что он мне сделал. Я не знаю, что сейчас с ним сделать, как мне его выровнять. Вот. Это называется у токаря я ходил. У токаря. Он выносит, я говорю, ты что наделал, что это такое вообще? Это что вообще, говорю? Ну, говорит... Говорит, ни разу я на пневматике ничего не делал. Я говорю, ты вообще ничего не умеешь, ни хрена, блин. Причем тут пневматика? Вот такие пироги вот. Значит, ребята, пока будете ходить к кому-нибудь, я не знаю, токарь там, мокарь. Ну, не знаю, сначала поспросите, что он умеет, где он и так далее. А то вот такая фигня получится. Значит, я когда достал этот ИЖ-38, да, у него здесь была дырочка, странная дырочка, я хрен его знает, что с ним делали и так далее. Вторая дырочка была вот здесь, где я уже высверлил. И значит, как наш мастер сделал на MR-512, ствол подвинул, вот таким макаром, вот, сейчас посмотрим, вот, это доработать еще надо, вот видите, да, вот. Значит, я его делаю очень просто, так сказать. Очень-очень просто. Вот смотрите, конечно, это надо потом напильником все. Вот таким макаром я делал. И, ребята, вот она, вот. Видели, да? Вот. Ну вот. Ну и то, конечно, покажу, что у меня получится. И так далее. Но пока что все нормально получается. Все нормально. Короче, без... Ну вот смотрите, ребята, если токарь не смог, да? Я на кухне как могу. А, на кухне я на коленках все делаю. Я не знаю, блин, что за токаря, где учились, на что учились. Я вообще их не пойму. И вот, значит, сейчас как раз на YouTube был вопрос. Если там... Чуть-чуть выбить ствол и отрезать, говорит. Я говорю, выбивай, в чем проблема? Как дважды два, бей спереди. И все, отрежь. Мистер Амбург, что ли? Мистер Амбург, да. Где я ствол выбиваю, ребята, на ИЖ-38. В гараже, что видео у меня. Вот он там спрашивает. Ну, я всем, ребята, кстати, я вам скажу, всем...
что если будут такие вопросики, да, ну, в которых, допустим, я разбираюсь, к вашим услугам, не знаю, добавьте меня в Вибер или WhatsApp, ну, не знаю, поговорим, пообщаемся и, не знаю, если чем смогу, конечно, помогу. Вот такие пироги вот. Ну все, ребята, давайте. Жду не дождусь, пока ИЖ-38 соберу и закончу его апать. Ну, конечно, желательно там газовую пружину поставить, но для газовой пружины я очень слаб. Я не умею как их укорачивать с задней стороны. Ну, шток по-любому все могут укоротить, шток сам. А вот заднюю сторону укоротить, там еще потом закачать воздух, я не умею, я не мастер этого дела. Это все минчанин у нас делает. В Грузии один единственный мастер, он вот такой мастер, классный мастер, минчанин, привет. Ну все, ребята, давайте. Значит, смысл видео, не ходите к таким токарям, которые могут вот так натворить, вот. Вот так вот. Просто, ребята, я пошел... Из-за этого дела, конечно, он вообще не дотронулся до этого, говорит, я боюсь, у меня ничего не получится. Я говорю, хоть резьбу сделай. Почему я у него сказал резьбу срезать отсюда? Что, во-первых, надульник я этот мог посадить. А во-вторых, у меня флажки не оказалось, этот размер. Ну, это у нас ствол 13 мм ровно. Ну, флажки не оказалось такой. Резьбу, чтобы нарезать, и потому вот я попал, вот так вот. Охренеть можно, охренеть можно. Ну все, звонок.